Привет, друзья. Дарику, я тебе очень благодарен, тебе и твоей рекламной кампании, что вы, наши участники школы «Человек будущего», подарили мне вот это вот. Теперь у меня ключ есть. Вот теперь ключ, я с гордостью буду носить. И передаю вам большое спасибо, да, и пожелания здоровья и творческого долголетия. А вот здесь мне еще интересные вещи написали в моем телеграме. Как определить? Вот однажды у одного мудреца спросили, как можно распознать хорошего человека? Мудрец ответил, это не то, что он говорит, и не то, каким он кажется, а та атмосфера, которая создается в его присутствии. Вот что является свидетельством, ибо никто не в состоянии создать атмосферу, не принадлежащую его духу. Вот наша школа «Человек будущего» создает такую атмосферу. Это очень приятно, потому что у нас сейчас проходил бесплатный ликбез. Я так горжусь этим, что у нас такая необыкновенная школа «Человек будущего» Homo Futurus, потому что там такие люди, вокруг которых такая прекрасная атмосфера, особенно когда они снимают у себя зажатость, раскрепощаются, снимают нервно-мышечные зажимы, снимают страх, выходят на состояние такого хорошего самоощущения и делятся между собой. Вот это интересно. Я вам скажу, что у нас все больше и больше прибавляется число подписчиков на нашем канале YouTube и в нашей школе, потому что мы делимся на бесплатных ликбезах полезностью и этой атмосферы человеческого отношения, и этой радостью, что мы люди. Делимся безвозмездно, бесплатно. А что такое наша школа, я еще потом скажу, но сейчас только два слова. Наша школа «Человек будущего» Homo Futurus. Во-первых, вы понимаете, что это уникальная школа. Во-вторых, это не какая-то коммерческая организация. Это не юридическое лицо, это добровольное объединение людей, которые заняты творческим долголетием, заняты проблемами восстановления, снижением кризисов и войн на планете, за мир на Земле. Это чудесная школа, потому что человек будущего. Человек будущего – это тот, который болеет не только о себе, потому что будешь болеть только о себе, один и останешься. До встречи, друзья!